Земля от цвета. Это до слова, колоновидное. Идем дальше. Значит, итак, бедная Исаак, это, я все время пытался понять, что, откуда и почему. Каньшина, вы, чтобы создать книгу, очень много постарались. Это все понимаете, не ваше. И тогда я посмотрел, а какими, ну хорошо, наверное, Ведевич, Кович, Манов, 700 советов садоводу, вперед в Болгарск. Наверное, они ценны для Болгарии. Но вы-то живете в Брянске. Районировали, как может Брянск районировать для середины России? Вы хоть знаете, что там же как было? Помните, написано? Районировано все это самое, Центральная Россия. Давайте смотреть, кто вас учил. Это не просто так. Это ваши книги. Болгария. Так, Минск это что? Белоруссия. Ростов-на-Дону. Ну, все равно юг. Не Германия, это юг. Это не все, это я быстренько посмотрю. Кишинев. Молдавия, это опять южнее вас. Киев южнее вас. Минск южнее вас. И Германия снова южнее вас. На черта нам их советы. На черта нам советы, когда у нас есть свой Боднар. Вопрос. Имели право на критику жесткую? Вот теперь подумайте. Все, что выше, это была критика. Ну, два праздника. Это те, кто мои вырастил. Это. Вот. Теперь. Вдруг есть такой канал «Победа». Это наш друг Павел Троценко. Он дед моего имени, дед своего. И у него получилась своя переписка. А я не сон, не духом. Теперь переписка стала со мной. Наталья Куницына. А потом, когда я это посмотрел, я говорю, пишу ему. Откуда семена? Может, черенки, может, саженцы? Ответ. Семена от вас. Там текст отправил на фотографию в прошлом письме. Она говорит из семян, которые она приводит предназначать. Ясно? А одна из главных наблюдений или нет факторов, которые провели пропасть между мной и лидером этих самых тумановских специалистов, то есть Ольга Исакова, это то, что она сказала, что мои семена – это мошенничество и как там было? Ложь и мошенничество. Вот. И вот перед вами лгун и мошенник. Наталья Куницына мне поверила. Пошли, ребята. Кстати, учеба есть учеба. Да. Учеба из чего? Вот это абрикос, я так понимаю, что это из косточки, я понимаю, что это мой, раз она прислала Троценко, значит мне. Так, когда я вижу, что сразу появляется, а многие сразу это пугают, привать труднее. В идеале, может быть так, один растет, одним так до самой осени, один высокий, а второй раз кустика, мне говорят, а почему? А я отвечаю, а ему тут некомфортно. Когда он за один год пытается стать двухлетним, это означает, что ему некомфортно. Это его реакция на неблагоприятные условия. В чем они выражаются? Ну, ему виднее. Он стал кустом. Потом вторая фотография и триумф. Вот здесь вот на дальнем плане этот самый, это напишет. Наш летний, это для меня, понимаете, я не могу сказать так, все, пошли дальше. Это мой праздник, праздник металлурга, какого-то металлурга. Я же никогда этого не прощу. Ей придется извиняться за сына, которого она чуть ли не бандитом обозвала. Потом пыталась продаться, но фотографию как бандит. Представляете? Вместо того, чтобы извините. Вот. И это трудно простить. Вы понимаете, что если это мошенничество, ну потом скажи, что я извинилась. Ну, Оля, Оленька, а может, сейчас подружимся? А может, вырастите, я вам 1000 семечек, а вы 400 этих. Лезьте куда хотите. Но чтобы выросло 400, 100, и вы сделаете правду. Или скажете потом, Железов был прав. Ну, вероятно, что я прав 100%, но она же до сих пор толдычит, что это неправда. Вот. Ведь уже после этого спора опять человек не обращается, она опять берем ветки, отгибаем, отрезаем. А сколько я вам показал? Нахрена их отгибать? Они подорожаем, отогнутся. И не бойтесь, что они вертикальные. Так положено. Природа сделала их вертикальными. 100, 200, 300 миллионов лет из этого растения, которое выползло из почвы,
Мощное, прекрасное, красивое дерево с яркими плодами. Без нашего вмешательства. Я за это тоже получил. Вот. Александр Алексеевич Ребрик, главный редактор. Вы всегда рядом со мной на вебинарах. Как Дана написала? То ли доктор, то ли кто. Железо несет дичь. А я говорю, они были до нас. 40 тысяч лет назад на Земле не было ни одного современного человека без хвоста. Все ищет, копает, копает. Ни одного черепа, ни одного зуба. Вот. И вот получается, что разошлись наши эти понятия. И как она теперь это самое... Я вот понять не могу. Как она дальше будет жить? Как она будет учить людей калечить деревья? Хоть капельку бы сомнений. И вот наш первый урожай. Восторг. Вкусно невероятно. Так, это вы прочитаете. Прочитайте, внимание. Там-дарам-дарам-дарам. Мне потом эта Троценко написала письмо. А она же ему не написала, из какого косточки, какого было этого сорта. Вот. Я растерялся немножко. Полез к себе в эту самую, где она у меня. Ага. Полез к себе на сайт. Это все запоминайте, вам тут часто придется бывать. Потому что это сайт единственный на планете, где можно вырастить на севере настоящий сад. Это не Ольги с ее этим секатором, а потом топором. И я начал искать. О, сходу нашел. Вот я говорю, кажется, я говорю этому самому. Ой, погодите, она еще не устаканилась. Так, 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 так. А, вот. Я говорю, ну, наверное, это Краевский. Да? Ну ладно. Примерно Королевский. Итак. Внимание! 15 абрикосов. Созрели, мы их сняли. Сухие косточки ветки обрезала, дерево гидров. Ничем не кормлю, не брызгаю. Поливаю дождеванием. Ниже будет дождевание. Вместе с газоном. Откуда на слово поливание знаю? Тогда с одного раза. Так нравится наше деревце, что буду огород убирать, еще дерево посажу. У нее сейчас сколько этих косточек? Помните, там было 25? И здесь 15, 40. Вот оно. Что такое геометрическая прогрессия? В школе проходили, а? Троечники. Тройка – это как-то считается самая универсальная оценка. Так что не обижайтесь. Не каждый может сходу сказать, что такое геометрическая прогрессия. Но арифметическую все знают. Это всегда чуть больше. Так, ничем не кормлю, не брызгаю. Вот огород собираю. Вот. Ну и конкретный совет нужен. Два деревца оказались близко друг к другу. 1,5 метра расстояния. Уже ветки цепляются. Не знаю, надо ли одно убрать. Жалко будет. К тому же они должны опылять друг друга. Вот. И вот одно из них... Она пишет, мышца деревца выросла. Вот оно, видите? А второе, а где второе? Ему, может, просто хуже видно. Короче, Ольга, да, 1,5 метра близко, но не убирать все, поезд ушел. Теперь всю жизнь они будут расти рядом, мешать друг другу. Вот. И вы все равно загущение будет, все равно вы к ним подходить не будете. Сильное загущение, полностью прекратится снабжение солнцем, они просто отсохнут лишние ветки и будут расти туда, есть солнце. Вот. А мы еще к этому вернемся. И даже к этому. Потому что мне... Ну, так бывает, что только одно приготовишь, перекликается с другим. Ну, это еще ваша фотография. Вот.